Ноябрь – идеальное время для высадки роз. В Тирасполе этой осенью посадили 8 тысяч кустов. На клумбах городов вместе с привычными классическими розами появятся новые сорта – пиановидные и роза-спрей мелкого цветения. Какие сорта роз сейчас можно купить на столичном рынке, узнавала Александра Гашицкая. Это зеленый рынок в Тирасполе. Саженцами роз здесь торгуют несколько питомников. Один из них – каменский. Хозяйка питомника Татьяна выращивает розы уже 23 года. Начинала с 15 сортов, сейчас в ее цветнике больше 100 различных видов. Розы из каменского питомника в этом году высадили на городские клумбы по всему Приднестровью. Всего около 30 тысяч розовых кустов. Очень много для города, вот интригу брали. Это тоже из бордюрных сортов, очень крупно, бордовый цвет, очень обильно цветет и до морозов цветет. Каждый сезон селекционеры выводят новые сорта и расцветки, но именно красные остаются самыми востребованными. Самые ходовые – это бордовые и красные сорта. Есть сорта очень сильными запахами, есть сорта средний запах, а вот как раз темные сорта, они вообще без запаха. Есть розы без запаха, а есть и без шипов. Такие розы выращивает в своем питомнике Татьяна. Говорит, розы без шипов покупают охотнее. Они пользуются спросом тем, потому что они не колются, и люди хотят, вот, берут только не колючие сорта. Где-то, чтобы не цеплялись, когда подрезать, удобнее их подрезать. Где-то муж ругается. А это целое розовое дерево, по-другому штамбовая роза. Это когда на ствол шиповника прививается сортовая роза. На одно такое деревце можно привить сразу несколько разных сортов. В основном прививаю почвопокровную, пиановидная роза прививается, можно спрей розу привить, те розы, которые цветут в течение лета. Вот они до сих пор, это уже пятая, шестая волна цветения. Саженцы кустовых роз стоят от 10 до 35 рублей. За цветочное деревце заплатить придется побольше, около 250 рублей. А вот и покупатель. Галина пришла на рынок за конкретным сортом – манго. Говорит, махровые оранжевые розы сорта манго – новинка сезона. За новинками Галина охотится постоянно. Сейчас в ее саду 450 видов роз. Это больше, чем в питомниках. Нашему дому 15 лет. И вот с первого дня растет 4 розы у меня, которым уже по 15 лет. Ну, тогда это тоже были новинки польской селекции. Сатин, роза двухцветная. Ну, в то время не было. Это сейчас такое разнообразие. Хозяйки розовых плантаций говорят, роза – цветок неприхотливый, но внимание любит. Если регулярно поливать и вовремя подрезать цветы, они будут радовать вас обильным цветением не один десяток лет. Александра Гашицкая, Василий Гриб, ТСВ.